И крутилка крутит фуникулёр. Все подготовлено для аншлага. Взяли с собой, нет? Кого? Лыжи, покататься. Это Шерегеш в Ланкаве. А я четвертый. А Маша первая, Андрей второй. Рассчитайся, первый. Второй. Третий. Четвертый. Сбились. Четыре. Три. Два. Остались. Маша. Встать на шестой. А, пятнашки? Встать на шестой, говорю. Почему? Встать на шестой. Пятнашки, хочет один поехать. Посчитать абсолютно, Андрей, ты прав. Ну вот он, скорее бы фуникулер. Маша, ты поедешь с нами? До троллейного уже у массива идет он, скорее всего. До свидания, люди в черном. Теперь воду пить, которую нам запретили брать с собой. А что он сказал? Ее замуж, чтобы пить? Сейчас-то я не понял, кто-то. Или ее в горах? Ну, типа вас могут, я не знаю, то ли укачать может, то ли что-то такое, да. Сложный какой-то момент он объяснил нам. Дима, с обратной стороны видишь. Хорошо, снимаю. Что снимать? Такая. Что снимать? Честно. Слушай, а давайте я туда пересяду. Да, Саша. В смысле, у тебя, Дима, у тебя тоже место казанное, да? Кожа же есть. Нет, я просто меня... А, кстати, перевешивать ты не взял так? Да, кстати, сейчас перевесит. Даша, снимай. Блин, там-то козырь не место, ё-моё! Где же место-то козырь? Панорамные снимки сделай. Ой, как высоко. Почти как в Шерегеш. Слушай, дайте мне карамельку, пожалуйста. Даша, не паникуем. Мороженое съели специально. Слушай, а там... нет, карамельки у меня нет. Я их положила туда.